На Ямале дадут решительный бой неплатежам и неплательщикам. Тема энергетической безопасности обсуждалась на очередном заседании окружного штаба под председательством директора департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса округа Михаила Гилева. Поводом для принципиального разговора стала в том числе просроченная задолженность коммунальных предприятий округа за полученные энергоресурсы. Общая сумма задолженности перед предприятиями топливно-энергетического комплекса превысила 80 миллионов рублей. При всем при этом все предприятия-должники исправно и в полном объеме получают окружную субсидию. Это и должно стать дополнительным инструментом контроля над ситуацией с платежной дисциплиной. Таково общее решение участников заседания. До принятия решений о предоставлении субсидий из окружного бюджета мы намерены запрашивать муниципалитетов платежные поручения предприятий-должников, подтверждающие приоритетность расчетов с поставщиками энергоресурсов. Образовавшиеся долги коммунальные предприятия должны погасить сразу после поступления средств из бюджета. Мы понимаем проблему с неплатежами населения, поэтому сегодня речь идет о просроченной задолженности, отметил Михаил Гилев.